Англичане кофе с молоком называют белым кофе. У нас же подошло время завтракать. Начнем утро со вкусом. Сегодня мы сделаем вот таких смешных собачек. Это просто весело и по времени займет всего лишь час. Хотите повторить? Тогда смотрите нашу пошаговую инструкцию. Нам понадобятся следующие ингредиенты. 250 грамм муки пшеничной, 120 миллилитров воды, 1 яйцо, 1 столовая ложка сахара, пол чайных ложки соли, 3 грамма сухих дрожжей, 15 граммов сливочного масла, 2 черные оливки без косточек, 2 листа салата, 2 сосиски или колбаски, кетчуп, горчица, по вкусу. Подготовьте продукты, сначала сделаем тесто. В теплую воду положите соль, сахар, дрожжи, мягкое масло, яйцо. Хорошо перемешайте, проследите, чтобы дрожжи полностью растворились. Добавьте частями просеянную муку, замесите тесто. Тесто не должно быть плотным, как только перестало сильно липнуть к рукам, значит готово. Накройте сухой салфеткой и уберите в теплое место на 30 минут. Теперь возьмите сосиски, сделайте на каждом конце крестообразный надрез. Опустите в кипящую воду на пару минут, чтобы сосиски раскрылись и имели вид косточек. Подошедшее тесто руками осадите, разделите на две части. Каждую часть скатайте в шарик. Острым ножом отрежьте по кусочку теста, это будут ушки собачки. Оставшееся тесто снова скатайте в шарики и приплюсните чуть руками. Муку не стоит использовать, чтобы ушки хорошо прилипли к мордочке. Положите ушки сверху на тесто. Маслины порежьте так, чтобы у вас получилось два носика и четыре глаза. Оформите мордочки. Дайте подойти минут 10. Отправьте в духовку на 20 минут, температура 180 градусов. Дайте булочкам немного остыть, но не полностью. Сделайте надрез, вложите по листочку салата, по сосиске и полейте кетчупом, по желанию горчицей. Приятного аппетита!